Итак, мы продолжаем наши темы «Евангелие глазами авторов». Известные истории, неизвестные факты. Евангелие в его реальном культурно-историческом контексте. И тема, которую я сегодня предлагаю вашему вниманию, она немножечко такая провокационная. Кто не сдаст экзамен у Иисуса? Такое впечатление, что как будто мы в каком-то университете, да, я вижу здесь много студентов, я сам учился в университете, и я помню эту всегда экзамен, очередь к экзаменатору, кто заходит в первой пятерке, выходишь к столу трясущимися руками, вытягиваешь билет под пиджаком шпаргалки, бомбы. Сегодня этого нет, правда, в России. Это все в Советском Союзе было. В любом случае, но для вас, я думаю, может быть, будет определенной неожиданностью узнать, что Иисус прежде всего – это Учитель. Обратите внимание на то, как говорит нам об этом сразу и сходу возлюбленный ученик Иисуса, Иоанн, описывая самого себя. На другой день стоял Иоанн, креститель в данном случае, и двое учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». И, услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. И когда оба ученика эти шли за Иисусом, 38 стихе, Иисус, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» А они говорят ему: «Рави, значит, учитель, где живешь?» 12 раз в Евангелиях к Иисусу напрямую обращается словом «раби», называя его раввином. 40 раз еще в Евангелиях к Иисусу обращаются «учитель». Единственное только, что для многих из современных читателей непонятно, это что значит «где живешь?». Ну, к учителю надо идти в школу, в институт, а не домой. Но, вы знаете, Иисус не был учителем в современном смысле этого слова. Как Иисус был учителем, можно нам проследить по древним иудейским источникам. Вот, например, что нам пишет Мишна. Мишна – это, кстати говоря, кодекс традиций, которые имели фарисеи. То есть это устная традиция. Вот, и там в Мишне есть 60 трактатов на разные темы. А один трактат, он очень интересный, он исторический. Потому что все остальные трактаты, они законодательные. А этот трактат исторический. Он говорит, называется «Пиркей Авот» – «Поучение отцов». И там, в частности, приводятся слова одного из мудрецов, к
который жил где-то в начале первого века до нашей эры, раби Йосе бен Иозер, который говорит так: «Да будет дом твой местом пристанища для мудрецов, погрузись в прах у ног их и пей нектар слов их». Вы, наверное, заметили, что очень часто кто-то сидит у ног Иисуса. Сидят у его ног не потому, что что-то такое это новое. Оказывается, практически так начинается любая школа. В чем дело? Мы начали с вами говорить на прошлой лекции о фарисеях и книжниках. Это новое явление, которое, в общем-то, без истории иудаизма понять невозможно, о чем нам говорит Евангелие здесь. Я сказал на прошлой лекции, что фарисеи или перушим – это истолкователи Священного Писания. О них вы можете прочитать в книге Неемии, 8 глава. Там сказано, что когда Ездра читал из книги закона, то справа у него стояли, перечисляются имена, которые истолковывали значение того, что читал Ездра. Вот это была работа истолкователей, вот это были фарисеи. Поэтому впоследствии в синагогах и было сделано такое кресло, которое называют в синодальном языке синодального перевода седалищем, на котором восседал фарисей, и его задачей было объяснить значение слов, которые читаются в законе Божьем. В частности, в синагоге читался сначала отрывок из Пятикнижья Моисея. Вы помните, мы говорили об этом с вами на первой лекции, что Пятикнижье было разделено на недельные главы. Вот. А после этого читался отрывок из пророческих книг. Чтение отрывка из пророческих книг называется «Гафтара», то есть «завершение». И тот, кто читает «Гафтару», после этого дает небольшую проповедь. Поэтому мы говорили, Иисусу было поручено не просто прочитать, чтобы какой-то рядом стоящий фарисей рассказывал, а Иисусу было поручено еще и дать небольшую коротенькую проповедь. Это говорит о том, что Иисус не был каким-то отщепенцем в обществе или каким-то гостем инопланетным. Он был частью иудейского общества. Видите, оказывается, не очень они были плохими. Хотя, с другой стороны, конечно, к моменту пришествия Иисуса возникли проблемы. В чем возникли проблемы? Проблемы возникли вот в чем. Обратите внимание на то, как говорится, замечено в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 15 стих. «И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись?» В этих словах содержится не похвала, а упрек. Знаете, на что это похоже? Это когда человек, например, приходит к доктору, у которого нет образования, не закончил медицинский институт. То есть вот так относились к Иисусу. А здесь на экране у нас еще один пример такого отношения. Вы помните, вчера мы говорили о том, что Иисус, разогнав вот этих торговцев из храма, фактически он пытался сломать вот эту вот коррупцию, которую устроили саддукеи, которые управляли храмом, в храме. Но фарисеям это вроде было бы как хорошее действие, но фарисеи не восприняли это. Они к нему подходят и говорят: каким знамением ты докажешь
нам, что имеешь власть так поступать? Каким знамением? Иными словами, они ему говорят на современном языке: покажите, пожалуйста, ваш диплом. И есть ли у вашего университета, который вы закончили, государственная аккредитация? Тогда мы поверим, что это ты наш человек. А если у тебя нет аккредитованного диплома, то что бы ты ни делал, мы тебя воспринимать не будем. Вот это вот ситуация, к сожалению. И вот это основная проблема, которая имела место, основной конфликт между Иисусом и фарисеями. Потому что Иисус не был выпускником и учеником ни одного из раввинов. Да, мы говорили о том, что Иисус учился. Иисус учился, мы видели, в храм приходил и обучался, подготавливаясь к бар-мицве. Иисус учился явно, потому что был грамотный, мог читать. Но есть разница между учился и был учеником. У любого раввина была своя школа. В школе, естественно, были ученики и были преемники. И ситуация у фарисея возникала примерно такая. Вот раввин, да, мы читаем, например, в Деяниях апостолов о Гамалииле. И Гамалиил был учителем Павла, вы видите? То есть Павел должен был наследовать, если можно так сказать, кафедру Гамалиила. Но для этого нужно было уж очень работать с учителем. Иисус этого не делал, потому что у Иисуса был главный учитель, Отец Небесный. Учителя, которых он учился в детстве, это были второстепенные учителя. Они играли второстепенную роль. Его главный учитель, преемником которого он себя называет, это был его отец. Ну, естественно, это в себя фарисеи вместить не могли. И вот это проблема. Но тем не менее, Иисус основывает свою школу, или, как говорят на еврейском языке, свою ешиву. И интересно заметить, что известная всем нам Нагорная проповедь, она фактически является его программной речью перед открытием своей школы. Давайте вдумаемся в некоторые слова, которые говорит Иисус. «Не думайте, что я пришел нарушить закон и пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна черта, ни одна йота не пройдет из закона, пока не исполнится все». Что это за йоты и черты? То, о чем говорит Иисус, является стандартной начальной программой обучения в еврейских школах. Точно так же, если вы имеете дело с младшими классами, да, или ваши дети идут, или вы учитель младших классов, есть стандартная программа. С чего начинается обучение в младшей школе в первом классе? Держим ручку, учим ученика писать. Сразу учим писать? Нет. Показываем букву и рисуем ее элементы. Вот вам иота, и вот вам черта. Это элементы еврейских букв. Иота, она сама является буквой, она такая, как апостроф, запятая, да? Ну и линия. И вот фактически любую еврейскую букву разбивают на элементы иоты и черты. Почему? А потому что человек, который идет
изучать Тору, как он будет изучать Тору, если он неграмотен? Интересно, говорит об этом иудейская Агада, об одном раввине, которого звали Раби Акива, который в возрасте 40 лет пошел со своим 8-летним сыном учить Тору. И он сел вместе со своим сыном перед, и тут тоже такое, перед раввином, и оба начали писать. Алеф – первая буква еврейского алфавита, и бет. То есть Иисус здесь, во-первых, говорит о том, что в своей школе он не собирается ничего менять. То, как обучают Торе, так и я буду обучать Торе. Ни одна йота из Торы, свитка Торы, то есть ни одна черта не пропадет. Это значит, что не просто каждое слово того, что Бог изрек Моисею на Синае и дальше, и пророков, не пропадет из его учения. Ни одно слово, даже ни одна буква. Интересно, что книжники, переписчики Священного Писания, мы уже об этом говорили, они очень скрупулезно подходили к сохранению текста. И поэтому в изданиях еврейской Библии сегодня, такая есть Библия Хебраика Штутгартензия, в конце каждой книги Библии вы увидите такой отчетик, который дает книжник. Он дает отчет о количестве слов и количестве букв. То есть Иисус говорит, ничего не пропадет, ни одна буква. Все в точности, как в Священном Писании написано, я в своей школе, как учитель, обязуюсь учить. Потому что я не пришел нарушить, я пришел исполнить. Часто вы видите, как бывает интерпретируется. Иисус исполнил, а нам, дескать, не надо. Но давайте посмотрим дальше. Что значит «не надо»? Иисус кое-что говорит здесь, на берегу этого Галилейского озера, в услышание огромного скопления народа. Он говорит очень конкретно о своем понимании исполнения заповедей. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и так научит людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Интересный текст, не правда ли? Мы в русском языке употребляем часто идиому «Царство Небесное», правда? Вы понимаете, у нас масса клише существует. И мы стараемся здесь на наших лекциях, чтобы мы не мыслили вот такими штампами. Да? Фарисей – это значит лицемер. Да? Царство Небесное, мы говорим о покойниках. Да? Царство ему небесное. Ну, автоматически мы думаем, что Царство Небесное – это рай, в котором праведники находятся, да? Но что же это за рай, в котором есть малейший или великий? Ну, я не буду говорить, кто, но есть, конечно же, учения, когда говорят, что вот если ты грешишь, ты все равно в рай попадешь, только не на последний высший уровень, а там в какой-нибудь предбанничек рая. Ну, будешь сидеть, не переживай. Неужели об этом Иисус говорит? Знаете, чтобы понять, что такое Царство Небесное? И скажу вам одно, что эти слова употребляются только исключительно Матфеем. В других Евангелиях и в Новом Завете говорится о Царстве Божьем. Но ни одна йота и ни одна черта не должна пропасть из Слова Божьего. Царство Небесное –
это Царство Небесное, а Царство Божье – это Царство Божье. Библия слов на ветер не бросает. Так вот, Царство Небесное, чтобы вам понять, что это особый термин, я хочу обратить внимание вот на такой стих. «Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном, больше его». Ничего себе! Если Царство Небесное – это рай, то как это, что Иоанн Креститель туда не попадает? Кстати говоря, даже отцы церкви еще в первые века развития христианства, когда они перечитывали Евангелие от Матфея, они увидели, что там есть 10 притч Евангелия от Матфея, которые рассказывают именно о том, чему подобно Царство Небесное. И там есть притча о неводе, который берет разную рыбу, притча о пшенице и плевелах. Ну, понятно, что речь здесь о рае не идет. Поэтому решили сказать, что Царство Небесное – это церковь. Так что Иоанн Креститель, с одной стороны, не было большего, нежели Иоанн Креститель, с другой стороны, как это он не есть часть церкви? Опять какая-то получается нестыковка. Пока мы не обратимся к истинному контексту Евангелия, где Иисус является не просто пастырем, а еще и учителем и раввином, у которого есть своя школа, о которой он говорит, что в нее попадают те, кто закончил школу у Иоанна Крестителя. Обратите внимание, мы говорили с вами, Евангелие от Иоанна, 1 глава, как Иоанн, автор Евангелия, возлюбленный ученик Иисуса, говорит о том, как он вместе с Андреем попадает к Иисусу. Они стоят с Иоанном Крестителем, и Иоанн показывает, все есть Агнец Божий. Они разворачиваются, прощаются с Иоанном и подходят к Иисусу и говорят ему: «Рави, мы пришли к тебе учиться, где живешь?» На что это похоже? Это похоже на выпускную церемонию. Иоанн Креститель был учителем школы одного уровня. Те, кто у него закончили, переходят на следующий уровень – учиться к Иисусу. Вот почему, что студент школы Иисуса, Царство Божие – это не что иное, как школа Иисуса. Это название школы, в которой Иисус обучает своих учеников. Поэтому, говоря современным языком, Иисус говорит: «Если, обучаясь в моей школе под названием Царство Небесное, вы будете не исполнять даже самую маленькую заповедь и еще и других так учить, то вы у меня экзамен не сдадите. Я вам двойку поставлю». Вы понимаете, как относится Иисус к закону Божьему? Всем, кто его не выполняет, он ставит двойки. Невозможно учиться. Двоечник в институте что? Отчисляется. Вот о чем хочет сказать Иисус. И заодно показывает стандарт своей школы. Если праведность ваша не превозойдет праведности книжников и фарисеев, почему? Потому что у книжников и фарисеев есть свои школы. То есть у людей есть выбор в Израиле.
Есть разные учителя, как сегодня, да? Есть университеты, есть рейтинги. Иисус говорит, Царство Небесное – это моя школа, это высший стандарт. Это Гарвард. И если вы не соответствуете этому стандарту, то я вас отчислю. Иисус сегодня приглашает каждого из нас стать Его учеником в Его школе «Царство Небесное».